Вот это знаменитый зал Берлинале Палас, где проходят утренние конкурсные показы. И, собственно, открытие и закрытие фестиваля. Вот видите, такой большой красивый красный занавес, сцена. Здесь все и творится, торжество и волшебство. Сюда очень строгий проход. Строгие тетеньки стоят на входе и просят, пожалуйста, убрать большие сумки, куда-то их сдать. Я со своим рюкзачком еле прорвалась сюда, спрятав его за своим пальто. Вот если вы видите впереди ряды с белыми бумажечками, это ряд жюри. И сегодня с утра все жюри смотрело первый конкурсный фильм. С кофе, с айфончиками, с BlackBerry. Это Джейк Джилленхол все время сидел в своем телефончике, так что, возможно, твиттер у него настоящий. Мы сейчас будем смотреть фильм «Extremely Loud», то есть «Жутко громко и запредельно близко» Стивена Долдри. Потом будет пресс-конференция. На нее приедет пока что, как обещает, только Стивен Долдри. И посмотрим, что будет на самом деле.